Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбар. Более 2000 пожаров и загораний потушили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 24 человека, 37 пострадали. Минск чрезвычайный. К сожалению, беспечность граждан по-прежнему приводит к пожарам в жилом фонде столицы. В минувшие выходные пожар случился на улице Ротмистрова. В одном из помещений четырехкомнатной квартиры вспыхнула ветошь. Работниками МЧС был спасен 45-летний хозяин. С ожогами 30% тела он был госпитализирован. Предположительно, к трагедии чуть было не привело неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии пострадавшим. Спустя 3 часа того же дня на номер 101 поступила информация о пожаре в двушке на улице Челюскинцев. В горящей квартире работники МЧС обнаружили 43-летнюю жену хозяина. Женщина была без сознания. С многочисленными ожогами ее госпитализировали. Курение в состоянии алкогольного опьянения. Такова предварительная версия случившегося. Во вторник в одной из многоэтажек на проспекте Пушкина открытым огнем горела еще одна квартира. В этом случае, к счастью, никто не пострадал. 85-летняя хозяйка квартиры временно проживала у соседки. Среди причин случившегося рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения 49-летнего сына хозяйки, который на момент пожара в квартире отсутствовал. Во всех этих случаях все закончилось относительно благополучно, но статистика неумолима. Причиной большинства пожаров в жилом секторе и гибели людей от них остается неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии. МЧС снова и снова напоминает о недопущении курения в жилье. А если вы знаете, что ваш сосед ведет социально опасный образ жизни, информируйте об этом милицию. На этом все. Будьте внимательнее в обращении с огнем и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.